В этом году в Зауралье отремонтируют 4 детских сада и 1 школу. Средства на проведение противоаварийных мероприятий выделены из федерального бюджета. Общий размер полученной субсидии – 27,5 миллионов рублей. Сумма на 9 миллионов больше прошлогодней. Кроме того, в 2012 году запланировано открытие новых групп в детских садах области. На учреждение каждой потребуется порядка 200 тысяч рублей. Всего предусматривается выделить 7,6 миллиона рублей, что позволит открыть 38 дополнительных групп. Постановлением утверждается распределение субсидий по муниципальным образованиям Курганской области. Кроме этого, Олег Алексеевич, прошу прощения, сделана заявка на получение федеральной субсидии на открытие дополнительных дошкольных мест. В 2012 году изменился перечень специальностей в учреждениях начального и среднего профессионального образования. Преобразование связано с пожеланиями областных департаментов. Набор в училище и техникумы будет увеличен на 1250 человек. Практически все новые специальности будут техническими. Прием на подготовку работников квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием увеличится на 175 человек. В том числе машиностроительные профессии 88, строительные 62, транспортные 25, то есть 100% технической направленности. Анатолий Додонов добавил, что касается дополнительных выплат и вознаграждений работников образования, проблем возникнуть не должно. Из федерального и областного бюджетов на эти цели выделено более 100 миллионов рублей. Юлия Васильева, Сергей Балмасов, телекомпания «Регион 45».